В продолжение темы. После утренних мероприятий гостям из других районов и славянцам предстояло побывать на одном из самых ярких мероприятий – соревновании по гребле на каноэ «Главсплав». О том, как это было, смотрите в репортаже Тины Копачевской и Сергея Тимовского. А получили эти соревнования такое название потому, что с молодыми ребятами на каноэ сплавлялись по реке семь глав из районов – Калининского, Темрюкского, Славянского, Северского, Крымского, Красноармейского, Динского. Перед началом соревнований участники собрались на территории крейсерско-парусной школы Славянского района, где состоялось торжественное открытие. В ходе борьбы командам предстояло плыть против течения. В этом и состояла главная трудность этого состязания. На набережной во время соревнований за спортсменов болели участники групп поддержки из разных районов. Болельщики поддерживают свои команды! Вот так болельщики Славянского района переживали и хотели, чтобы команда под руководством нашего главы победила. Мне безумно понравилось, потому что тут было огромное скопление молодежи. Я увидел очень много людей, познакомился, просто оторвался, зарядился позитивной энергией. И я уверен, что такие мероприятия должны проводиться. Произвело большое впечатление, мне все очень понравилось. Хочу пожелать нашей команде всего самого наилучшего и успеха. И вот финиш. Первыми финишную черту пересекли славянцы. На втором месте – Красноармейский район, на третьем – Крымский. Уставшие, но довольные участники главсплава вернулись в крейсерско-парусную школу в сопровождении лучших спортсменов Славянского района по академической гребле, которые продемонстрировали всю красоту этого вида спорта – скорость, слаженность действий и синхронность. Участники бурно обсуждали соревнования и делились своими впечатлениями. Глава Славянского района Роман Синеговский отметил, что такие мероприятия нужно проводить чаще. Сами мы поймали драйв, потому что почувствовали себя молодыми вместе с нашими детьми. Получили массу удовольствия, креатива, потому что наша молодежь, молодежь Краснодарского края, лучшая молодежь. Сплав по реке на каноэ порадовал не только ребят, которые занимаются греблей, но и глав. Наша съемочная группа, увидев восторженного главу Динского района Сергея Жиленко, решила с ним пообщаться. Он отметил, их участие в этих соревнованиях подает хороший пример нынешнему поколению. На праздник Дня молодежи России вот такое мероприятие, впервые которое проводится под эгидой департамента, очень здорово. И я сам участвовал вот в этой гонке на каноэ, и с ребятами, когда общался, они мне... Сергей Ильич, давайте быстрее. Это говорит о чем? О том, что наша молодежь видит, что и взрослые рядом с ними. Потому что вот здесь заложено, в общем-то, я думаю, что развитие будущего. Потому что молодежь видит то, что и взрослые занимаются спортом, они сами будут заниматься. Как говорится, главное не победа, главное участие. Поэтому можно сказать, что победила дружба. Возможно, в будущем главсплав будет традиционно проводиться в праздник Дня молодежи России. Впереди славянскую молодежь и гостей ждала интересная вечерняя программа, в которой было место танцам, песням, шуткам и хорошему настроению. Тина Копачевская, Сергей Тимовский, программа «События».